Сегодня 12 августа, Soya Sort Prudence. Дождей не было. С какого же числа не было дождей? Ну, где-то, наверное, с 12 июля. Soya уже начинает сбрасывать листья. Сейчас прохладно, сейчас не жарко, ночью, ну где-то, наверное, средняя температура получается, наверное, 18, 16-18, потому что все же август, это не июль. Конечно, я думаю, в почве влага есть какая-нибудь, трещины, ну это еще трещины, наверное, старые, незакрытые трещины. После последнего дождя. А так в целом неплохо Soya выглядит. Неплохо. Это вот как раз она здесь немножко начала ветвиться из-за того, что здесь есть свободное пространство между растениями внутри культуры. То есть так Soya в целом чистая. Классно. Здесь был почвенный препарат гамбит и базагран плюс хармони уже по вегетации, также пантера противозлаковый препарат. Soya начала сбрасывать листья, уже дошла до среднего яруса. Готовится к уборке. Уборка как минимум, да, начнется через три недели, наверное, точно она еще будет в таком непонятном состоянии, предуборочном. А там дальше уже будет видно, может быть, какие-то поля подойдут раньше, какие-то позже. Но для этого года это вполне нормально, потому что было явное смещение. Смещение, я имею в виду, по вегетации, из-за того, что Soya хоть и была посеяна, ну, относительно в календарные сроки, но тепла не хватало в ранней фазе развития. И тепло пришло только уже в июне, после 6 июня. В целом, все работы, они в этот период и были практически все проведены. Ну, по другим культурам тоже, химические. И очень такой большой прирост вегетативной массы был в этот как раз период, когда пришло основное тепло. Пускай тепла было сразу резко достаточно, ну, то есть много, то есть сразу 36 градусов. Был такой жаркий достаточно период, но в то же время в почве была еще и влага, потому что до 6, наверное, июня впало там немало осадков. И влаги было достаточно. И было такое интенсивное испарение, что вроде бы стоит жара 36 градусов, в то же время идешь и роса в посевах и в зерновых, и в Soya, то есть была такая циркуляция влаги вот именно в самом посеве. Так что очень интересный год сам по себе. Вообще все они, конечно, интересные, проверяют нас на прочность, на насколько мы что-то знаем или не знаем, учат нас. Главное, чтобы мы в будущем не повторяли те ошибки, которые проявились в этом году, допустим, или в прошлых годах, чтобы они не повторялись, чтобы мы могли это контролировать. Это очень такой важный момент. А так Soya, пока Soya классная. Ну, она вообще классная Soya, пока хорошая Soya по своему развитию, в целом по количеству бобов. Так визуально все неплохо.